Закрываем английскую резинку на полном ластике. У меня была связана английская резинка. Последний ряд я связала очень слабо, все петли перевесила на заднюю игольницу. И сейчас мне нужно слабо закрыть эти петли. Я закрываю через два колка и двойной петлей. Провязываю петельку, снова обвиваю за два колка, делаю еще одну петлю. И к следующей иголке снова делаю обвитие за два колка. Вы видите, что обкручиваю два колка, просто петля, и готовлюсь к следующему обвитию. Провязываю два колка, петля, следующая иголка. Сначала кажется немножко нудно, но результат, я думаю, вас более чем порадует. Когда вы снимаете полотно с машины, у вас получаются вот такие петельки. Вам их нужно хорошо расправить. И теперь уже совсем другая картина. Красивый ажурный край, который не стягивает даже самую рыхлую английскую резинку.